Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру. И сейчас мы проходим... какой там уровень? Восьмой. Да, восьмой уровень. Ну что ж, смотри, мы играем за королеву. Здесь две королевы жуков. Это вражеская королева, а это наша королева, которая будет воевать с этой. А как она воюет? Она выдает всяких жуков. Ну что ж, начинаем. Вот эти первые жучки, что они делают? Эти жучки у нас собирают такой сок. Вот они идут и сейчас будут пить. Смотри, видишь, нектар пьют, сок. И относят королеве. Королева питается и рожает новых различных видов жуков. Сейчас мы наберем вот этих маленьких. И затем будем сейчас размножать других. Это тоже у нас королева, видишь, выпускает потихонечку жучков. Сейчас нам нужно набрать 50 жуков. Ой, 50%. И берем сначала такого. Это у нас такой скорпиончик. Выпускает она, смотри, сразу медуз. Медуз. Ё-моё, выпустила медузы. Сразу мы увеличиваем здесь. Можно улучшать сразу. Так, пока не можем. У нас пока ждем, пока родит она его наконец-то. Все, поехали. Этого убираем. Все, сразу этих сейчас выпускаем потихоньку. Она, видишь, начинает моих мочить. Маленьких. А, гадина. Так, ну, выстрел нам ничего не даст. Абсолютно. Все, идем пока. Вот этих выпустим. Жучков. И нам нужно будет сейчас сделать сразу апгрейд этим жучкам. Все. А, у нас не хватает. Не хватает, ждем. А, давай выпустим. Создадим тоже медузу свою. Тоже не хватает. Ну, давай вот этот слизняка сейчас выпустим. Слизняка. Одна вот этих маленьких моих уничтожает. Гадина, а? Видишь, как? Что творится? Так, здесь мы сейчас сделаем взрыв. А, нет, взрыв нам не подходит сюда, взрыв. Ладно. Давай вот этого слизняка сейчас сделаем. И сразу... Так, нет, не можем. Сейчас подождем, когда 50 будет. Все, сейчас увеличиваем. Делаем мощного, мощного зомбака. Так, что у нас здесь происходит? А у нас здесь происходит ничего хорошего. Выпускаем слизняков. Слизняки хотя бы стреляют. Да, жесть, конечно, жесть. Смотри, что делает. Вот это тоже личинка. Они, получается, личинка то за меня, то против меня играет. И сейчас она играет против меня. Сейчас, видишь, стреляет такими мухами в меня. Да, сделано улучшение. Вот эта вот матка. Видишь, как королева. Она выпускает вот этих своих... медуз, они потом еще улучшаться будут. У нас медуза тоже не хватает пока у нас, чтобы выпустить медузу, к сожалению. Ага, ну будем тогда выпускать тогда с вот этих, значит, монстриков. Вот этот играет за меня, видишь, он сейчас выстрелит. Сейчас он будет стрелять. Вот. Ну что ж ты не стреляешь? Вот, стреляй, запускай. И в эту королеву мы будем, короче, убивать потихонечку. Понемножечку будем убивать. Так, надо сейчас кошемелку маленькую сейчас выпустим жучка. Угу. И потом сразу же скорпиончика. Да, она прям много их выпускает, смотри. Прям очень много. Давай еще слизняка одного. Где мои слизняки? Вот, пошел слизнячок один. Сейчас посмотрим, что тут будет. Сейчас, видишь, оп, они его переделали. Сейчас он против меня будет. Гадина, давайте, стреляйте. Так, этот у меня улучшается. Сейчас мы его улучшим. У нас еще есть атомная бомба одна. Мы ее пока не будем использовать. Хотя, в принципе, сейчас мы можем запустить ее. Чтобы вот эти все умерли. Вот, все, давай. Все, она уничтожает всех вражеских. Врагов, все хорошо. А, и еще выпустила, да, насколько их, ах ты гадина. Давай выпускаем еще побольше скорпионов. Нам главное хотя бы, чтобы вот этот стрелял уже не в нас.
Не у нас. Вот, нормально перестроили мы потихонечку. Все хорошо. Ну, она много очень медуз выпускает. Сейчас посмотрим. У нас пока на медуз даже не хватает. Не хватает энергии. Так, кашемилку. Так, это что-то сейчас хочет сделать, смотри. Смотри, что за фигня. Что за фигню она выпустила. Офигеть, смотри, какого гадину выпустила. Офигеть. У нее всегда эволюция лучше, чем наша. Всегда почему-то она лучше. И нам приходится бороться. Очень-очень-очень нелегко. Так, стреляем сразу в этого гада. Так, мы его оглушили. Все хорошо. Сейчас мы, может быть, его уничтожим. Не знаю, как получится. Да, все мы уничтожили. Уничтожили. Так, давай, вы стреляй в этих медуз. Так, они сейчас ее перестроят. А нет, пока не перестроили, смотри. Они летят на меня, смотри. Давай побольше, побольше выпускаем. Да, давай туда стреляй, туда стреляй. Сейчас сделаем еще одну стрелялочку. А смотри, выпускает она прям мощных вот этих каких-то гадов, а? Непонятно. Сейчас посмотрим, получится, нет? Выиграть. Ой-ой-ой-ой, вообще тяжело. Тяжелый случай прям вообще. Ух, нифига, сколько вас. Так, сейчас быстренько выстреливаем вас. Все, немножечко мы вас подбили. Видишь, она перевернула опять, смотри, против нас сейчас стреляет. Нам нужно, чтобы ее убивала. Давай, выпускаем еще побольше. Побольше выпускаем скорпионов. Ё-моё, да, тяжело, тяжело, конечно же. Смотри, сколько много, офигеть просто. Нет, мы не можем. А, ну, о, да, смотри, подбили, нормально. Так, выпускаем скорпионов побольше. Давай, 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 скорпиончик, держись, держись, держись. Да, погиб, погиб скорпион, к сожалению. Выпускаем побольше этих скорпионов. Все, сейчас, сейчас, немножечко. Так, все, быстренько сейчас стреляем опять. Блин, рано, рано, рано выстрелил. Смотри, вот выпустила на кого-то гада. У нас 15 секунд, сейчас подождем 15 секунд. Может быть и успеем, не знаю. Тут жизни у него немножко осталось. Давайте побольше скорпиончиков. Давай вот этого слизняка еще одного. А, давай выстреливаем быстренько, срочно. Так, хорошо. И еще давай побольше скорпионов. Давай, давай, еще скорпиончика. Ох, тяжко, тяжко приходится нам, ребята. Не знаю, не знаю. Тяжко, очень тяжко. Офигеть просто. Не знаю. Смотри, что творится-то, а. Так, быстренько выстреливаем. Так, хорошо получилось у нас. Все, давай побольше скорпионов. Давай, стреляй туда, в эту королеву. Да, тяжелый случай. Королева прям, смотри, она не останавливается. Выпускает этих гадов. Что у нас здесь происходит? Так, у нас есть бомбочка, это хорошо. Используем бомбочку, быстренько, быстренько. Вот так, хотя бы немножечко будем их уничтожать совсем. Хотя бы немножечко. Выпускаем побольше, побольше. А, давай одного слизняка выпустим. Хорошо. И надо побольше скорпионов. Так, что она пишет? Ла-ла-ла-ла-ла, соулэм, типа что-то такое сейчас она придумает. Что-то она сейчас выпустит. Давай, стреляем нейротоксином. Ох ты, не долетела совсем чуть-чуть, а. 15 секунд сейчас опять ждать. Ну, ничего страшного, подождем. Подождем 15 секунд. Так, давай вот эту слизь. Я что-то за слизью не смотрю моей. Куда она бегает? Вот, идет она. Давай сейчас проследим за ней. Что будет? Так, здесь какая ситуация? Здесь ситуация такая, что... В принципе, хорошо. Мы уничтожаем потихонечку эту королеву. Не знаю, сможем, успеем или нет. Так, вот нейротоксин. Сейчас мы бахнем. Да, поехали. Давай, 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 давай. Опа, хорошо, разлетелись эти медузы. Так, повернули. Давай туда поворачивай, пожалуйста. Нет, пожалуйста, туда стреляй, гад. Что творится-то, а? Офигеть просто.
Нам вообще нельзя их допустить сюда, чтобы они до моей королевы дошли. Давай выстрелим быстренько. Вот, хорошо. Пошли, пошли, пошли. Скорпионы, скорпионы. Медузы, медуз, короче, можно и не делать. В принципе, они вообще бесполезные нафиг. Вообще бесполезные медузы. Ой, что творится-то, ребята, смотри. Они вообще прям до меня подошли, близко. Вообще близко, близко. Давай нейротоксином, быстрей. Разлетелись немножечко. Так, давай скорпиончика быстрей. Нам вот эту, главное, матку вот эту победить. Эх, какая сила там у нее, а? Из-за вот этих вот медуз. Все, хорошо. Давай сейчас, дойди, пожалуйста. Давай, поверни, вот, молодец. Молодец. Да ну нифига, короче. Стреляем, стреляем быстренько. Да, не хватает, конечно, у нас энергии. Давай, еще сколько у нас там. Все, почти что мы ее победили. Не знаю, сможем ли. Но вряд ли, скорее всего, конечно, не получится у нас. А может и получится. Нельзя, нельзя отчаиваться. Так, все, быстренько. Нейротоксин. Вот, хорошо, хорошо. Давай, скорпион, давай, 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 давай. Да ё-моё, вот прям мощная вот эта вот штука. Все, победили. Давай, давай, скорпиончик, давай быстренько. Поверни ее. Нет, мы не успеваем. Мы только поворачиваем. Эти, блин, медузы летят сюда к нам. Давай, еще одного. Да, видишь? Видишь, что творится? Поворачиваю. Вот, хорошо. Нет, медузы нам не дают. Смотри, что тут. Они встали прямо возле этого червяка. И все. Смотри, они стоят прям рядышком и не дают. Оно получится сейчас чуть-чуть этих уничтожить, гадов. Давай одного слизняка выпустим, не знаю. Ох, нифига, мой дополз куда, прям далеко до нее прям. Давай, но они не могут, смотри, прям их очень много. Их очень много. Ну, посмотрим, как слизняк выживет, нет? Да нет, смотри. Слизняк, в принципе, очень... Все, они слизняка разбили. Слизняк это так. Не ахти, не айс. Далеко не айс. А тут за жизнь там у него совсем немножечко, вот королевы. Давай, 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 еще создавай, создавай, поехали. Все, смотри, не знаю. Такая борьба, что... Давай попробуем выстрелить. Но это нам особо не дает ничего. Да, прям вообще, смотри, прям... Ох, нифига, двоих выпустила. Ну это все. Это все, ребята. Ничего не поделаешь. Скорее всего, уничтожит меня. Нет. Скорее всего, уничтожит и все. Так, нейротоксин. Ох ты, она тоже выстрелила, смотри, а. Гадина. Но у нее вообще, смотри, жизни там вообще чуть-чуть остается. Давай побольше, побольше этих монстриков. Да, не знаю. Так, нейротоксин, срочно, срочно нейротоксин. Все, давайте побольше, побольше. У нас вот этих, наверное, собирающих мало. А сколько? Ну да. Они у нас не на максимуме. Ждем еще. Вот, все, сейчас выстрелим. Выстрелим нейротоксином сейчас. Опа, есть. Все, уничтожили. Уничтожили мы. Хорошо. Так. Идем, идем. Давай, 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 скорпиончик. Давай, давай. Она опять этого выпустила, гадина, а? Угу. Давайте, скорпиончики, давайте. Еще чуть-чуть осталось. Ну, сейчас мы выстрелим, выстрелим. Так, пошли. Все, хорошо. Вот этот гад, смотри, стоит, мешает нам. Смотри, он его переворачивает постоянно. А, что творит? Давайте, скорпиончики мои, давайте, ребятушки. Так, давайте, стреляем. Сейчас нейротоксинчиком. Опа, молодцы, молодца, молодца. Так, нужно все-таки слизь одну выработать.
Давай, сейчас слизь пойдет. Давай, 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 давай. Во, хорошо. Главное, еще пару ударов ему осталось. Давай еще одну слизь. Надо, может, побольше этой слизи. Давай побольше слизи. И сейчас сделаем еще одного скорпиона. Давай, 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 давай. Вот. Еще одного скорпиона. Все, слизняки пошли мои. Хорошо. Ух ты, она как, смотри, выстрелила, а, гадина. Так, давай, скорпионов. Сколько там у него? О, давай, давай, добей ее, добей, пожалуйста, добей. А, чуть-чуть осталось. Смотри, ребята, вообще чуть-чуть осталось. Этой королеве совсем чуть-чуть. Давай еще парочку слизняков. Так, сейчас, блин, я не достаю, не достаю. Так, конечно же, вообще чуть-чуть осталось, а? Чуть-чуть совсем осталось. Королеве. Ах ты, гадина. У нее еще есть атомная бомба, у нее есть. У нее еще атомная бомба есть. Давай, сейчас выстрелим. Опачки, есть. Немножечко отошли, нормально, нормально. Сейчас. Давай, надо еще слизняка. Слизняка еще, срочно слизняка. Давай, слизнячок. Один, два. Не хватает энергии у нас. Еще одного слизняка. Давай, срочно, срочно слизняка. Еще одного. Смотрим. Ну, ему удар, один удар остался. Ё-моё, ребята. Давай, 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 давай. Еще одного слизнячка. Повернись туда и стреляй в нее. Давай. Нет, смотри, что делает, а. Она мешает моим. О, нифига, она где стоит. Смотри, вот эти вот. Так, давайте уничтожать. Вот, молодцы, слизняки. Хорошо, молодцы. Так, и здесь мы сейчас выстрелим. Вот, хорошо. Давайте, скорпиончики. Тут чуть-чуть осталось. Да вообще, смотри, чуть-чуть. Она практически уничтожена, королева эта. О, да, тяжелая какая серия. Выпускаем побольше, максимально, что вообще возможно. Повернись, пожалуйста. Так, выстрелим сейчас. Есть. Ну, вот эти не дают, вообще не дают. Смотри. Давайте, мои хорошие, давайте. Улучшения нету, здесь улучшений нету. Выпускаем. Ну, видишь, я бы и хотел бы сделать, но у меня нет. Нет такой возможности, к сожалению. Так, 50 есть. Давай выпускаем одну медузу. Вот сейчас здесь выстрелим. Так, поехали. Вот, хорошо. Так, все, ждем. Выпускаем еще. Так, скоро-скоро у нас появится возможность выпустить. Есть медуза, есть одна. Сейчас мы будем выпускать медуз. Будем выпускать потихонечку медуз. Опа, давай стреляем срочно, быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Медузы пошли. Так, тут можно медузу улучшить. 60 нужно, офигеть, это очень много. Это очень-очень много. Что ж, ладно, подождем. Давай еще одного выпустим. Мы не можем слишком долго ждать. Медузу. Так, на улучшение. О, все, пошла. Давайте улучшим. Все, мы улучшаем медузу. Все, ждем. Ждем, ждем, ждем. И сейчас потихонечку мы. Так, сейчас медуза. Вот, все, у нас медуза улучшена. Так, сразу сейчас выстрелим сюда нейротоксином. Вот, и сейчас будем медузу улучшать. У нас она сколько стоит? О, давай, пошла медуза. Все. Мощная большая медуза. Где она? Вот она, большая мощная медуза. Все хорошо, ждем. Давай, медуза. Уничтожь их. О, все, мы уничтожили. Есть, выиграли. Как здорово. Мы молодцы, ребята, с вами. Ура! Есть! Победа! Супер! Дорогие друзья, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!